Компания СККС, город Херсон. Представляем новый сканер. Наш не сканер, а новый тонометр. Производство компании СРТЭК. Вторая модель, которая выпущена. Теперь здесь используется гри-чип. Немножко меньше стал экран. Но в принципе от этого качество не изменилось, а даже улучшилось, так как используется именно чип, на котором все это записывается, немецкого производства. Обратите внимание, он сделан в стиле достаточно известного производителя. Это модель тонометра, который можно встретить в наших аптеках швейцарского, но он стоит, тот швейцарский производитель, как минимум 3 раза дороже данной модели. Но по качеству абсолютно не отличается. С целью экономии упаковка простенькая, чтобы лишнюю бумагу не тратить, это экономит пару долларов. Батарейка используется здесь 3А. Мы рекомендуем использовать батарейку Duracell. Ее в принципе хватает больше чем на 2-3 года. Platinum. Она дорогая, но она стоит того. Попроще батарейки, они не очень хорошие. Также можно использовать аккумуляторы. Закрывается. Тонометр на пульсный. Инструкция как нарисован. Кстати, рекомендуем измерять тоже на левой руке. Для этого сделано. Ну, можно и на правой. Но тогда желательно делать вверх ногами. Присутствуют 3 кнопки, как и в предыдущей версии тонометра. Вот так вот разместили. Плюс в том, что все можно делать одной кнопкой. Вы нажали кнопочку. Расслабив руку, конечно, при этом. Мне немножко неудобно. Сейчас не покажет правильное показание, потому что рука не расслаблена. Есть опора. Пользуется данным устройством. Просто сели, одели на левую руку. Желательно сесть на стульчик, чтобы спокойно себя чувствовать, вот как сделал я сейчас. И одним нажатием пальца вы просто включаете, надувается до нужной плотности и показывает результат измерения давления. Конечно, если вы не сидите, то показания будут неточными. Очень удобно с одной кнопкой просто пользоваться пожилым людям. Ну, 140 на 80. Немножко поднятое давление. Ну, такой тонометр компании СРТЭК. Цена его, опять же, 3 раза дешевле, чем аналог.